Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. В принципе, как я заметил, то, что каждые там парочку миссий... О, как мы офигенно кинули. Ну, как бы появляются новые боссы, да? То есть, был сначала один босс, потом второй босс. Когда мы первого босса убили, там приблизительно идут две миссии как бы на одного босса. То есть 2-3 миссии. То есть мы исследуем миссию, да, первая миссия, мы исследуем, что это за босс, что он вообще делает. Что ты такой жирный тут? Как бы, что это за босс, да, и что он там делает? Когда мы это исследуем, ай! Мы это исследуем, ай, казнить. Дайте мне сказать, твою же. Типа, мы это исследуем, да, что это там за босс, как бы они там разговаривают, во, это босс тот, он делает это. После этого, как бы потом идет еще одна миссия, в какой мы просто-напросто ищем того босса, да, ну, как бы самого главного босса из тех пару миссий, и потом просто-напросто его убиваем. И вот сейчас у нас был какой-то там босс, не помню, что-то маг какой-то или что-то такое. Мы его убили, да, там защитили источник, хотя я не понял, зачем защищать. По идее, нужно было разрушить. Или что-то это было такое, как бы, если не разрушить источник, то вот тот босс пробудится, что-то такое. Ну, наверное, что-то такое. Ну, и типа, вот мы защитили вот тот источник, все, мы убили как бы одного босса, да? Не дали ему воскреснуть, что-то такое. Мы это сделали. И потом, все, как бы, потом у нас вот сейчас новый босс какой-то появился, и как бы его тоже мы сейчас будем исследовать, да? А потом мы пойдем к тому боссу и просто как бы тоже его убьем. Как бы тут не один финальный босс, да? Как в Diablo 3, например, как бы финальный босс, тот же Diablo, да? А тут как бы много вот таких боссов, которые там идут, там... Как бы, есть там парочку миссий, да? Сейчас отдайте мне... Ай, чуть не умерли, капут. Да дайте мне убить его. Идут, короче, там боссы, да, например, 2-3 миссии. В двух миссиях мы добираемся до главного босса, убивая его, как бы, вот тех боссов, как бы, тоже сильных боссов. Не вот как этот тролль, да, как бы он тоже босс, но не босс миссии. Мы потом вот так доходим до конца миссии, где-то две миссии мы просто исследуем вот того главного босса, мы к нему добираемся, убивая тем же самым его, как бы, вот этих, ну, рабов или... Вот этих, как бы, его боссов, да, армию, его армию, которая за него сражается. Мы убиваем, и в конце каждой миссии... В конце каждой миссии мы как бы убиваем тоже таких сильных боссов, можно сказать. Мы их убиваем, и потом доходим до вот того главного босса, и потом его убиваем. Когда мы его убиваем, появляется еще какой-то главный босс. Ну, что-то такое. Бомбочки. Просто так кинуть, чтобы... Сейчас нам сюда. Нет, не сюда. Хм, а куда? А, вот. Ключ. Отлично. Дайте пройти. Дайте их уничтожить. Да, дайте мне вот эту катапульту. Все, валим. Да чё вы... Ай! Казнить? И тебя? Да я знаю, что катапульты нужно уничтожить. Подожди ты немного.
наконец-то. Фу, мы отсюда пошли, да? Так. Да я понял, ну что ты такая нетерпеливая? Отлично. Еще одна. Давай. Ну иди-ка ты сюда. Сейчас нам туда дайте пройти. Ай! Успел. Успел. Так, сейчас опять босс. Ребят, я понимаю, что нужно катапульты уничтожить. А, вот, нашел, отлично. Вот она. Они, точнее, да? Так, быстрее. Так. Иди-ка ты. Да, иди. Фух, всё, наконец-то. Давай. Ещё вот этого уже наконец-то убить, потому что этот... Дайте мне выбраться отсюда. Скази! Ну чё ты... И ещё вот этого. Отлично. Всё, всех мы перебили. Сейчас вот сюда. Почти 9-й уровень, ребята. How could they? They killed it just to slow us down. Так, сейчас. Let's return the favor. Find another way. Скази. Во, нормально. Бам. Отлично. Опять бабло. Опять нормально так бабла. Куда нам? There. So it's a little, а чё это такое? Lot dark. Let me try this. Wow. Ага, понял, всё. Might have been more fun in the dark. Just saying. Я понял, что это такое. Elves once roamed these forests. Not like you can tell. А сейчас нам куда? Now try to eat you. Ага. Welcome to my world, sister. Короче, вот тут просто там просто вот так пробежать, да и все. Во. Сейчас нам вот сюда. О, капут лес офигенный. Не то, что офигенный, но... Длинный какой-то очень. Как там тихо? Да ну, серьезно? Да, все. Прикрепила тишина. Ходи. Бам. Все, или там еще кто-то? Eradicate them! А, вот эта хрень наша светится. Освещает нам путь, да? Или что это такое? А, все, вышли мы оттуда. Hurry, the defense line needs you. Вот этот новый главный босс, Сундрак. Вот как его там называется. Так. Отлично. Сейчас вот нам сюда. Охренеть, сколько тут всего. Так, сейчас.
защитить ворота. Понятно. Protect the gate. Сначала нужно было все разрушать, теперь все защищать. Возьми. Ну, харе там стрелять. Давайте-ка мы вот этого и вот этого. Отлично. Все? Spread the pain. Или еще? Ну? Да, еще. Еще один. Да не только один. Вот. Все, убили? Да, вашу. Харе уже вот эти бомбы кидать. О! И еще вот этого. Еще есть кто-то? Don't stop! Слушайте, да харе уже переть сюда. Все? Нет, какие все. О, он сейчас уже, в принципе, будет все, так как бежит вот этот босс. Не. Ну... Давай-ка ты уже. Давай. Еще чуть-чуть. Отлично, этого убили, еще вот этого. Да харе уже. Наконец-то. But it's not over yet. Ну чё, давайте опять вот эти убивать. Возьми. А, ладно, убили вот так. These beasts, and I mean that in the best possible way. Давайте, really давайте, быстренько, like быстренько. May I suggest getting the hell out of there? Давай, зараза ты красная! Все, всех поубивать? Нет, не всех, там еще кто-то. Все, всех. Сейчас бежим мы вот сюда. Какие-то грибы, скушаем. Отлично. Опять эти боссы. Use that energy lock to empower the beast with your energy. We'll get ahead of things. Сейчас, секундочку, дайте. Ага, нужно своей энергией заполнять, понятно? Понятно, то есть не будем использовать энергию, а будем ее. Будем ее вот сюда. Да освобождайся! Давай. Еще чуть-чуть. Do your work. Все, отлично. Все, сейчас. Сюда. 9,5 уровень. Нифига себе. Так. И сейчас босс Where? Уже, надеюсь. Нет, еще не босс. Давайте уже, может, босса. Так.
Ладно. Все, всех. Давайте дальше. This forest will die, and all our hopes with it if we can't save the world seed. Gods be with us. Or at least, don't be against us. Enough moaning about forests! Let's kill them. Ну да, вот эти щиты, это капут. Отлично. И тебе на. И тебе тоже. Все, отлично. Ху. Дальше. О, Тахаре уже. Winning is something you have not done. My minions will finish you. Давай. Ай. Почти что умерли, но отлично. Давай, 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 давай. Сейчас еще вот этого. Давай, недостаточно энергии. Фу, наконец-то. Все, босс, босс, босс. Ух, капут. Что за босс будет? Ух, мы уже почти 10 уровень. Что за босс? На Росомаху похожий. Победительца не смог найти работу на ярмарке. Ай! Ай! Ху, убежали. Охренеть! Чё такое было? И как нам оттуда нужно было сбежать? Да дайте мне сбежать оттуда. Ай! 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 You're doing it. Капут, мы его почти что убили. Давай, 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 еще немного, еще немного. Вот эта хрень капут отбегает. Давай. У меня тоже такая атака есть, так что. Do your worst. Ху, почти. Все? Росомаха. Росомаха Франкенштейн какой-то. Как бы мы его убили, но не совсем. О, второй уровень. Чё-то. It is done. The world seed will bless the resistance and all of Ancaria. Long distance high five. Ну чё, давайте. Почти 10 уровень. Наквали. Наквали. Ах. Так, персонаж, что у нас новенького? Навыки? Оживление. Но это нам не нужно.
принципе. Уклонение. 19 уровень, ни хрена себе. 12. Ну, 12 так 12. 13. А, вот там у нас было второй уровень. Вот второй уровень. Тут мы тоже еще пока ж нифига увеличить не можем. Так, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.